нам с вами нужно разобраться, чему равна сумма величин вот этих вот S любой пятиконечной звезды. Заметьте, я ее нарисовал не очень правильную, потому что никто не говорит, что звезда обязательно с одинаковыми отрезками, там, с одинаковыми, ничего подобного. Просто какая-то вот такая вот звезда. Оказывается, что сумма углов всегда будет одна и та же. Хорошо? 180. Берем ручку и аккуратно из угла в угол и ее переносим. Если ручка в конце. Поворачиваем на угол альфа, поворачиваем на угол гамма, поворачиваем на угол эпсилон, поворачиваем на угол бета, поворачиваем на угол дельта. И теперь видите, что ручка на самом деле повернулась на 180 градусов. Да, это действительно вполне разумное рассуждение, но оно выглядит немножечко такое вот не вполне математическое. Вспоминайте, сумма углов треугольника 180 градусов. Вспоминайте, у нас была, ну это уже этого сейчас достаточно было, но если угодно, у нас была там теорема про то, что внешний угол треугольника равен сумме двух несмежных снимков. Нарисована звездочка, требуется найти сумму величин ее углов. Точнее, доказать, что это 180 градусов. Один способ уже прозвучал, это с вращением ручки. Но вот давайте, как без вращения. В вашей жизни часто будет так, что вот вы чему-то учились, и вдруг обнаруживаете, что у вас не получается. Крайне важно не пытаться барахтаться, а действительно спуститься до того момента, когда вы еще понимали. Итак, кто помнит, почему сумма углов треугольника 180 градусов? Была картинка, и там было все понятно, по крайней мере, вы это говорили. 180 градусов. А у любого? Интересно ведь знать, для любого треугольника. Понимаете разницу между одним конкретным и любым? Так, не рассказали. Я возьму за основу вот это объяснение. То есть, получается, если взять другой треугольник и взять такой же, переложить его, если мы берем любой треугольник и прикладываем, то получается обязательно прямоугольник. Вы уверены? То есть у вас получается, что в любом треугольнике есть угол величиной 90 градусов. Нет, Коль, может разбить и можно, но он сказал четко. Берем треугольник, симметрично отражаем, то есть берем центральную симметрию, да, получается, по его мнению, прямоугольник. Это неправда. Это просто прямая неправда. Другое дело, как Коля вам пытался подсказать, даже из этого рассуждения можно было получить решение. Но для этого надо было чуть-чуть точнее его проводить. Все-таки прямой угол есть не в любом треугольнике. А никто не успел услышать, что мы говорим, да? У нас, как забавно, постепенно происходит расширение. Предыдущий человек считал, что любой треугольник равномедленный прямоугольник, то есть половинный квадрат. Еще чуть-чуть, и задача будет решена. Половинка круга? То есть из двух треугольников сложить круг? Не думаю. Тогда, слушай, допустим, у нас есть треугольник. Да. Единственное, точки принято называть большими буквами геометрии, поэтому пишите, пожалуйста, B большое, да, и то же самое, А большое и С большое. Нет. Ну ладно, это да. С равен вот этому. Равен. А равен. Да. Ура, спасибо. Наконец-то вы вспомнили эту картинку. Давайте я ее нарисую чуть-чуть. Если мы проводим прямую через...
через вершину треугольника в параллельной стороне, то вот этот угол равняется этому, а этот этому. И тогда получаем, что все три угла треугольника соединились в одной точке. И действительно их сумма 180 градусов. Между прочим, уж если вы мне стали говорить про прямоугольник, в принципе, вы могли сказать так, что когда у вас есть любой треугольник, проведем высоту на большую сторону, чтобы попала высота не на продолжение, а на саму сторону. И дальше посчитаем отдельно сумму вот этих вот углов. Сколько будет? Вспоминайте. Вот если взять вот этот вот угол и взять вот этот, то ведь какая история? Вот эти углы равны, правильно? И дальше будет сколько? 90, молодцы. А здесь будет что? Тоже 90. А 90 плюс 90 будет 180. Замечательно. Суммы углов вспомнили. Очень хорошо. Вот у этого пятиугольника посчитать сумму величин углов. Сколько будет? 360. Нет, не будет 360. 180. И 180 не будет. 540. И 940 не будет. 540. 540 будет. Треугольник, еще треугольник и еще треугольник. Смотрите, пятиугольник состоит из трех треугольников. В каждом треугольнике 180. Значит, вы мне правильно подсказали. 540 градусов. Хорошо. А теперь чуть-чуть подумайте, все получится. Да, давайте. 540. Проводим продолжение с того. И вот этот угол и этот угол, они все равны 180. Да, но это как раз не внешние углы. А что такое внешний угол? А внешний угол это вот этот угол. А, совершенно верно, то есть вы зря показали 180. А это 180 минус внутренний. Но если все внутренние углы это... Давайте я обозначу. Значит, вот этот угол обозначен бета, этот альфа, этот гамма. Значит, здесь у нас 180 минус бета. Здесь вот уголочек вот этот 180 минус альфа. И вот этот вот угол это 180 минус гамма. Нет, не совсем важно. В общем, если сумма углов треугольника это 180, да. А вот сумма будет вот этого. Ну, я вам скажу, вы уже на чертеже нарисовали, что там вообще уже ничего не видно. Давайте вернемся вот к этому чертежу и посмотрим, если я проведу, например, вот эту сторону дальше, давайте посмотрим, что же такое у нас внешний угол. Внешний угол – это вот этот. Замечательно. Почему он равен сумме двух внутренних смежных? Для всех такой чертеж. Есть этот наружный угол. Он называется не наружный, а внешний. Внешний. Три внутренних угла и один внешний от альфа. Да. В общем, если это 180 минус альфа, то тогда входит еще форма, что... Как вы там написали букву альфа? Буква альфа, она пишется вот так, да. Так как вы написали, это скорее получается буква D. Понятно, что, да? Да. А D, то есть альфа плюс бета плюс гамма равно 180. Да. Соответственно, если 180 минус альфа, это будет в этом плюс гамма. Хорошо. Все. 180 минус альфа – это бета плюс гамма. 180 минус альфа – это внешний угол. Бета и гамма – это величины несмежных. Кто может объяснить, почему вот этот вот угол равен сумме этих двух? Да, прошу. Потому что там какому этому?
Да, правильно. Молодец, все, все, стоп, стоп, стой. Действительно, абсолютно прав. Вот этот вот угол равен вот этому. Правильно? То есть, если у нас есть две прямые и пересекающие их третья, то вот эти вот углы обязательно равны. Действительно, внешний угол состоит из углов конечных одной дужки и двумя, а это как раз так и есть. Отлично. Значит, про внешний угол мы тоже вспомнили. Значит, сейчас у нас абсолютно доступно два способа решения задачи. И способ с внешними углами, и способ с подсчетом, что у треугольника 180. Давайте треугольная звезда, там, где я прошу вас при помощи внешних углов. То есть у нас есть вот эти вот уголки, бета, гамма, дельта, эпсилон, альфа, да? Вот, требуется при помощи теоремы о внешнем угле потихонечку их объединять, и у вас все получится. Надо взять такой. Да. Такой. Нет, ты сначала один возьми. Покажи его. Да, решили, поделили. Не надо, так никогда нельзя. Ребята, еще раз. Если вы хотите учить геометрию не очень много лет, а поменьше, то надо сразу запоминать общепринятые обозначения. Потому что обозначения, они же хороши тем, что все другие их тоже понимают. Треугольник. Есть такой треугольник, да. Значит, прямо этот угол бета, этот угол бета. Значит. Значит, можно найти у него внешний угол. Молодец. Этот угол. Давайте для того, чтобы все, потому что совсем все очевидно, давайте обозначим. Вот это будет точка X, это будет точка Y, это точка Z, это точка будет, например, А, это например, Б. Замечательно. Итак, смотрим на треугольник А, Б, Z. И заявляем замечательную вещь, что из этого треугольника бета плюс дельта это какой угол? Это угол Z, это угол X, Z, Y. Отлично. Один угол вы увидели. Это угол Z. Теперь, какой еще треугольник надо посмотреть? Замечайте. Давайте я здесь поставлю точку C, здесь поставлю точку D. И рассматриваем треугольник. C, D, X. Да, C, D, X. Что из него? У нас что? Гамма плюс X. Угол Z, X, Y. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Мы знаем сумму гамма и эпсилон. А теперь? Вот, теперь мы говорим, что мы знаем, что... А теперь мы говорим, что угол X, угол Y и угол Z треугольники дают 180 по теореме о сумме углов треугольника. При этом угол X это вот как раз вот это. Угол Z это, ну а Y это, ну значит действительно гамма плюс эпсилон плюс альфа плюс бета и плюс дельта это 180 градусов. Спасибо, математика замечательна тем, что мне четко видно, когда человек решил задачу, когда не решил. Два раза применяем теорему о внешнем угле и один раз применяем теорему просто о сумме углов треугольника. Дайте другой способ решения. Без использования теоремы о внешнем угле, который начинается со слов «рассмотрим пятиугольник», вот который там образуется, да, внутри, и у него сумма углов 3 умножить на 180 – 540 градусов. Чтобы уж все до конца все поняли, возвращаемся вот к этой картинке. Вот у вас есть штрихованный пятиугольник, у него сумма углов 540, это мы уже написали. Кто может, начав с этого, решить задачу? Сумма углов пятиугольника, дальше надо как-то от этого пятиугольника перейти к углам альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон. Вот эти вот углы равны. Вот эти вот равны, правильно? И эти равны.
Итак, вертикальные углы, вертикальные. И что дальше? 5 пар вертикальных углов. Дальше что? Сумма углов пятиугольника 540 градусов. Замечательно. Углы показаны на рисунке вертикальные. Замечательно. Дальше что? Как перейти от пятиугольника к углам звезды? Давайте я как-нибудь обозначу. Ну, например, так. Это будет ню, уж если греческие буквы использовать. Это будет, например, тау. Так, еще нужно какие-нибудь две греческие буквы. Например, это будет сета. И эта буква будет, ну, например, фи. Отлично. Итак, ню-ню, ню-ню, тау-тау, зета-зета и фи-фи. Скажите, пожалуйста, как найти через вот эти вот только что написанные греческие буквы, как найти сумму углов пятиугольника? Я помню, что сумма углов это 540. А вот как ее выразить через то, что я только что написал? Как через только что введенное обозначение написать сумму всех углов пятиугольника? Если эти углы вертикальные, значит эти... Уже не надо ничего рисовать, потому что вы сейчас картинку просто используете. В общем, вот эти углы вертикальные, эти вертикальные, эти вертикальные и эти вертикальные. Да, но это неинтересно. Интересно совсем другое. Повторяю вопрос. Как записать сумму углов пятиугольника через только что введенные углы вот эти вот? Тогда нужно это их каждый там похожую форму, например, вот с углами Z. Да, пожалуйста. Что? Это нужно 360. Неверно. Садитесь, вы не поняли. Как через только что введенное обозначение записать величины углов пятиугольника. Ну и потом, соответственно, сумму этих углов. Итак, вот он есть у нас 1, 2, 3, 4, 5 пятиугольников. И у нас есть внешние углы. Вот здесь вот внешний угол Z, и вот, естественно, он тоже да. Вот эти вот углы равны. Замечательно. Скажите, пожалуйста, что это за угол? Вот этот. Если здесь цены, сколько здесь? 180. Отлично. 180 минус цены. Вот именно это от вас и требовалось написать. Итак, первый. Пусть вы сюда напишите. 180 минус цены. Можете ли вы из этого найти сумму углов Z, ню, фи, ню и тау? Как это сделать? Для этого понятно, их нужно все перенести налево, а 540 перенести направо. Согласны? Итак, пишем. Значит, переношу налево. Сумма углов Z, ню, фи, ню и тау. Это что? Сколько раз здесь 180 написано? 5, конечно. Это 180 градусов умножить на 5. А, кстати, 540, оно же не просто так возникло. Это было, помните, 180 умножить на 2. Ну, а теперь скажем, сколько это будет. 5 раз 180 минус 3 раза 180. 360, совершенно верно. Ну, можете ли вы, зная сумму вот этих углов, теперь найти сумму альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон? Вообще, как угол альфа выразить через вот только что введенные эти углы? Что такое альфа? Давайте, пожалуйста, покажем. Как найти альфа, зная вот эти два угла? Альфа это? Неверно. 180 минус. Альфа это 180 градусов. Минус фи. Да? Минус. Отлично. Теперь давайте так, что такое бета? Бета это 180 минус фи минус ню.
Замечательно. Что такое гамма? Гамма – это 180 минус 0 и минус 0. Ню. Так, дальше дельта что такое? 180 минус 0. Это не ти читается, это читается тау. И, наконец, эпсилон. Минус тау и минус z. Отлично. 5 формул. Теперь, пожалуйста, сложите все это. Еще раз. Вот буква альфа. Плюс ага. Плюс. Плюс гамма. Пишем. Пишем все. Плюс z. Да, и плюс наконец. Да. И чему же это равно? Молодец. Конечно, в каждой из формул есть 180, поэтому так и пишем. 180 умножить на 5. Дальше. Минус. Молодец. Фи 2 раза. Значит, минус 2 фи. Точно так же. Минус 2 z. Все понимают? Все видят? Замечательно. Только два замечания. Вот здесь пишется все-таки градусы, лучше не забывать. И буква ню, она пишется так, смотри, вот эта штучка, а потом сюда пририсовывается. И вот это тоже самое. Она не такая здесь гладкая, а вот здесь заострение. Так, но это мелочи, это все вопрос эстетики. Важнее другое. Минус два раза сумма вот этих углов. А мы ее нашли или не нашли? Чего она равна? 360. Итак, 5 умножить на 180 минус 2 раза 360. Это что? 180. Отлично. Спасибо. Ну что ж, двумя способами задачу мы решили. Что? Это уже третий способ. Если вы смотрите на этот треугольник, получается, что вот этот угол это 180 минус альфа и минус дельта. Теперь перехожу вот к этому углу. Он, разумеется, вычисляется из вот этого треугольника. Значит, это будет 180 минус что? Минус бета и минус эпсилон. Отлично. Теперь перехожу к следующему углу. Вот давайте их нумеровать. Первый, второй, сейчас я иду к третьему. Разумеется, он вычисляется из вот этого треугольника. Это будет 180 минус альфа и минус гамма. Отлично, написал третий угол. Теперь четвертый. Четвертый угол. Ух, а интересно. Отсюда? Да. Великолепно. 180 минус бета минус дельта. Ну и остался пятый угол последний. Смотрим сюда. 180 минус что? Минус гамма. Минус гамма и минус эпсилон. Все видят? Смотрите, да. Даже ну, я понимаю, каждый из букв участвует два раза, конечно. Значит, мы пишем 5 раз 180. Видите, да? Раз, два, три, четыре, пять. Минус удвоенная сумма альфа, бета, гамма, дельта и эпсилон. Отлично. Теперь на среднюю часть формулы можно не смотреть, а можно просто посмотреть так. 540 градусов – это 3 умножить на 180. Вот это вот. 3 умножить на 180. Здесь у нас 5 умножить на 180. Но для баланса надо, чтобы здесь было 180.